Молитва матери о сдаче экзамена дочери или сына. Господи Иисусе Христе, к Тебе припадаем и молимся. Презри на ныне к Тебе молящихся. Помяни, Господи, обетование Твое, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Паки помяни и по воскресении Твоем реченное Тобой, аз есмь с вами до скончания века. Благослови вы, святые Твои ученики и апостолы, по вознесении Твоем, и обещавы им благодать Святого Духа, и сподобивы их дара премудрости и разума в день Пятидесятный, сотворив неких из них учителей премудрости веры. Даруй отрокам нашим, ныне проходящим экзаменационные испытания, того же духа премудрости и разума, яко же некогда даровал и святым Твоим учеником. Сподоби отрокам наших без страха и смущения ничто же не забыть из преподанных им учений и разумно изложить требуемые на испытании. Экзаменующих же мирны и благосклонны сотвори, як уже некогда соделал таковое преподобному Сергию и праведному Иоанну и иным Твоим угодникам. Их же молитвами, вкупе же со мученицей Татьяной, со святителями Василием Великим, Иоанном Златоустом и Григорием Богословом, через святого Твоего Духа, от Отца исходящего, милостив буди всем нам во веки веков. Аминь.